Здравствуйте. О главных событиях жизни Брянского региона вы узнаете из нашей информационной программы. В студии Марина Николаева. Спорт, культура, ведущие промышленные предприятия. Эти точки были включены в график рабочей поездки губернатора Александра Богомаза в Унеческий район. Корреспонденты событий с подробностями. Самый важный социальный объект Унечи – центральная районная больница. Сегодня здесь ежедневно спасают жизни больных коронавирусной инфекцией. В 2020 году на базе Унеческой ЦРБ создано резервное отделение для лечения больных с COVID-19 на 400 мест с центром компьютерной диагностики. Эффективная работа врачей невозможна без запаса кислорода. Здесь он сосредоточен в 16-тонных баках современной станции. Таких инженерных медицинских сооружений сегодня в области уже 4. И еще одна строится. Одна станция – это на Первом Брянске, Кулеманкова, вторая – в областной больнице, третья – в госпитале, четвертая – госпиталь для ветеранов. И сейчас мы должны запустить в четвертой больнице. Четвертая городской больница. И будет у нас 5 таких станций, которые позволяют заменить 2000 баллонов, которые убирают все проблемы, которые есть по доставке баллонов, по присоединению, по эксплуатации, по технике безопасности. Вот, когда присоединяют, там, не дай бог, каждый баллон может оказаться или ключ в масле, или рукавица в масле, это взрыв, это проблемы. Ну и плюс то, что сегодня у нас в области нет станции, которая может раскатать более 1200 баллонов. Вот если мы возьмем, то у нас по предыдущим коронавирусным третий этап был, да, или третья волна, нам нужно было более 2000 баллонов. И мы один регион Центрального федерального округа, не считая Москвы и Московской области, которые пережили это без проблем. Почему? Потому что поставили станции. Главный реаниматолог ковидного Унеческого госпиталя приехал работать сюда из Брянска. Я с самого открытия, да, здесь работаю. Вот, ну, как бы все хорошо. Ну, а живете, да? Живем. А мне больница выделила мне жилье. На ремонт Унеческой районной больницы из областного бюджета выделили более 100 миллионов рублей. Переоборудовали здание методом народной стройки, в кратчайшие сроки подготовили к приему пациентов. Здоровье – это прежде всего занятие спортом с детства. У Нечи более 3 десятка лет работает спортивная школа «Электрон». Здесь занимаются боксом, волейболом, вольной борьбой, дзюдо, тяжелой атлетикой, шахматами и футболом. В 2021 году, благодаря реализации областного проекта «Решаем вместе» и финансированию из местного бюджета в сумме около 10 миллионов рублей, у «Электрона» появилось новое футбольное поле. Александр Васильевич, от лица жителей района, от тренерского состава, от администрации, хочется огромное спасибо вам сказать за новый стадион, который, что у нас, надеюсь, больше спортсменов появится. Наконец-то у нас появилось новое поле. Теперь сможем проводить соревнования по футболу. Надеюсь, ну, не только на районном, но и на межрегиональном уровне. Вот. Также надеюсь, что наши юные спортсмены будут радовать родителей, тренеров, ну, голами забитыми и победами. Огромное вам спасибо от всего личного тренерского состава еще за, конечно, вашу, то, что вот вы сделали такое, подняли зарплаты тренерам. Огромное вам спасибо. Решите руку пожать. С 1 июня 2021 года по решению губернатора Брянской области зарплата тренеров выросла в 2 раза. На это из местного бюджета выделили 233 миллиона рублей. Дополнительно выдающиеся спортсмены и их наставники получат премии. На эти цели в региональной казне предусмотрено 28 миллионов рублей. Зарплата шикарная. Теперь нужно работать. Я тоже надеюсь, что условия создаем, что у нас будут действительно по всем федерациям или по всем направлениям. У нас будут наши воспитанники, действительно, чтобы они больше и больше мы воспитывали сильных и крепких людей, даже не чемпионов, а чтобы они были, понимаете, вот спорт это дает что? Уверенность в себе. Спорт дает каждому человеку быть уверенным в себе. И вот эту уверенность мы должны им привить с детства. Унеческие футболисты хорошо известны по всей России. Так, воспитанник «Электрона» Александр Пуцко сейчас играет в премьер-лиге в грозненском «Ахмаде». Тренеры уверены, благодаря новому полю и поддержке их работы со стороны областного правительства, «Электрон» воспитает еще немало первоклассных спортсменов. Алексей Соболь, Алексей Рязанцев. События Унеческий район.
Связанные с героической историей Унеческого района места также в плане посещения губернатора Александра Богомаза. Увидеть новый отреставрированный мемориал, посвященный памяти 117 советских воинов, также приехали заместители главы региона. Председатель Брянской областной думы Валентин Субот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук, эксперт ОНФ Николай Алексеенко, председатель промышленного комитета регионального парламента Сергей Антошин, герой России, председатель Думского комитета Александр Постоялко. В прошлом году группа инициативных жителей разработала проект «Во все времена бессмертной земли помните». В его рамках был отреставрирован и благоустроен мемориал, расположенный на центральном кладбище. Рабочие обновили облицовочную плитку, а также установили памятные плиты с именами погибших воинов. До 1978 года мы вот будем на «Локомотиве». Практически все мероприятия проходили на стадионе «Локомотива». Вот в историческом плане. Молодцы. Здесь просто молодцы. Сам мемориал возведен в 1978 году, и сквозь поколения здесь живет память. Имена и фамилии 100 воинов удалось найти после того, как были рассекречены архивные данные Министерства обороны. Они вернулись на родину. Большую работу по восстановлению личности провели также унеческие поисковики. В ходе проведения вахт памяти останки героев перезахоронили в братской могиле. Ухоженные клумбы и кустарники, вымощенные тропинки. Сюда отдать дань памяти приходят сотни жителей. Здесь же, на центральном кладбище, на черном мраморе портрет нашего героя Алексея Рассказа. В составе 6-й роты он проводил операцию по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. В ходе боя проявил мужество и героизм. Посмертно был награжден званием Героя России. Вместе с Алексеем были еще четверо наших земляков, десантников. Олег Ермаков, Сергей Василев, Александр Герд, Александр Трубинок. Еще одно святое место – Аллея Героев. Это целый комплекс с двухъярусным фонтаном, а еще лавочки для отдыха и тематические инсталляции. Его в 2018 году отреставрировали по проекту формирования комфортной городской среды. Проект аллеи был разработан унеческим архитектором в 1986 году. По левую сторону 11 стел с портретами 9 героев Советского Союза и 2 с портретами героев России – Алексея Рассказа и Александра Постоялко. Афанасий Иванович – торпедоносец, человек, который поразил вражеский транспорт водоизмещением 10 тысяч тонн. И за это он получил звание Героя Советского Союза. Дринь Савелий Григорьевич, который пожертвовал собой, обвязавшись гранатами и бросился под танк, таким образом остановил вражескую атаку танков. Здесь также то, и чем так славится Унеча – ухоженные клумбы с самыми разными композициями из живых цветов. В 2000 году здесь установили плиты с фотографиями погибших в Афганистане. Еще и экспозиция техники. Она была открыта в сентябре 2019 года и буквально связала страницы прошлого и настоящего. Напротив аллеи героев на железобетонном постаменте – легендарный Т-34. 9 мая 1974 года. Значит, этот памятник был установлен. 100% устанавливался памятник силами предприятий, организаций Унечи, Унеческого района. Здесь был кругом вот лес. Значит, ну, тополя были, Унеча была в тополях. Значит, в 2011 году здесь вот провели реконструкцию. Вот, часть насаждений вырубили, вот эти вот сквозные дорожки сделали, площадку эту покрыли. В этой поездке не обошлось и без торжественных открытий для юных художников и скульпторов, будущих архитекторов и дизайнеров. Распахнуло свои двери капитально отремонтированное здание Унеческой детской художественной школы имени Саханова. Все по национальному проекту «Культура». Задачи, которые ставит перед нами президент, нас на Брянщине выполняем. Только за предыдущие 2 года было отремонтировано 8 школ. Это музыкальные, художественные школы в Брянске, в районах нашей Брянской области. На ближайшие 3 года, до 2024 года, мы должны еще капитально отремонтировать и оснастить оборудованием 15 наших музыкальных школ. Объем финансирования только с федерального бюджета 240 миллионов рублей. И, конечно же, мы эту работу, мы ее выполним. Мы понимаем прекрасно, что все, что мы сегодня делаем, это и школьное, дошкольное обучение, это дополнительное обучение, в которое входят художественные школы. Мы не только прививаем доброе, красивое и хорошее нашим детям, но и
многим данные школы, они как бы дают дальнейшую путевку в жизнь по выбору профессии, по посвящению себя тому или другому направлению. А сегодня я хотел бы сказать огромное слово благодарности преподавателям, которые работают здесь, которые будут работать, за их труд, за ту частичку тепла, добра, свое внимание, которое вы отдаете нашим детям. И сегодня город развивается, город хорошеет с каждым днем. И сегодня уже и улицы убранные, и везде чистота, порядок, и тоже те же парки, которые мы посетили, и даже ему удалось создать парк военной техники. Это тоже очень необходимое и нужное дело для воспитания нашего подрастающего поколения. Ну и, конечно же, огромное, знаете, вот прямо за душу берет, когда мы побыли по памятникам, которые сделаны были с помощью и бюджетного бюджетирования, с помощью того запроса жителей, которые хотят. Ну, дорогого стоит, когда мы не забываем нашу память, не забываем наших дедов, отцов, наших предков, которые в то далекое время, хотя оно еще недалекое, но отдали самое дорогое ради нас, чтобы мы сегодня жили, творили, растили детей, строили планы на будущее. Ну а наша задача, задача власти, это действительно память эту сохранить и передать потомкам. И вот то, что сегодня увидел у Нечи на вашем центральном кладбище, оно, конечно, за душу берет. У вас после капремонта открыта замечательная художественная школа. Знаете, посмотрел недавно свежие исследования международных консалтинговых агентств. Так вот, дети, которые занимаются каким-либо видом творчества, рисованием, танцами, они музыкой, они по статистике, это мировая статистика, примерно в 4 раза успешнее учатся, чем дети, которые не занимаются творчеством. Поэтому такая художественная школа, это очень важно для успехов ваших детей, успехов в учебе. Но кроме того, что еще интересно, они в 3 раза чаще становятся общественными деятелями. То есть это тоже очень важно. И в 3 раза чаще занимаются волонтерством, всеми видами волонтерства. Помогают пожилым, помогают родителям. То есть это большой элемент воспитательной среды, воспитательной работы. Поэтому я желаю успешной работы преподавателей в этой замечательной школе. В уютных классах новые мольберты, оборудованные места для лепки из глины и все самые необходимые приспособления для творческого процесса. Конечно, и талантливый педагогический состав. Своими накопленными навыками ежедневно делятся с подрастающим поколением. Сегодня в художественной школе занимаются более 350 учеников. Мастер-классы по живописи, участие в выставках, победы в конкурсах. Всем этим активно живут юные мастера. Очень много поступает детей в различные учебные заведения. Не только художниками становятся, но и архитекторами, дизайнерами. Хорошо, молодцы. В ходе ремонта здесь поменяли окна и двери, обновили цвет стен, поменяли освещение, уложили новый ламинат. Здесь работают целые поколения мастеров. В 2017 году о глиняной игрушке из Унечи узнал сам президент нашей страны Владимир Путин. На форуме Таврида была возможность представить экспозицию унечских мастеров. Момент этого дня запечатлен на фото и стал важным событием для всех сотрудников школы. Наша игрушка уникальна, необычна. Звук подражает анималистическому жанру. Может, вам продемонстрировать разные звуки. Это тоже. Развитие детского таланта, повышение качества уровня жизни людей, сохранение памяти о великой победе. За время поездки глава региона убедился, работа сразу по всем направлениям. В районе ведется самая активная. Мария Сильвестрова, Сергей Дюков, Александр Власов. События Унеча. Стадион «Локомотив» – это один из старейших в Унечи спортобъектов. Теперь он станет самым современным. Реконструкция, фактически строительство заново, идет по самым передовым технологиям с применением современных материалов. Сегодня, конечно, то, что мы были, сделано уже много, да? Закончен инструментарий, закончен полностью. Освещение сделано, асфальтирование сделано, дорожки сделаны. Трибуны есть, только осталось нанести дорожки, да? Дорожки нанести и положить. И положить газон. Основные элементы благоустройства сделаны. Ограждение завершается.
Ну, по сравнению с тем, что когда мы были. Нет, тут мы когда были, ничего не было, сейчас уже мы видим. Ну и стадион немножко мы изменили проектную документацию. Мы его уж сделали больше. Больше? Конечно. Мы сделали здесь больше, здесь, с учетом, возможно, там устройства хоккейного корта зимой вот здесь. Уже будет так? Да, да, да. То есть здесь уже. То есть здесь он может стать, а да. Здесь дорожки пойдут вокруг, да? Да. Да. Поэтому здесь уширили, удлинили, ну и сделали канализацию полностью. Угу. Вот. Она уже готова. Дренаж. Дренаж, все работает. То есть осталось вот газоны нанести дорожку. То есть до конца месяца, да, мы здесь должны сделать. Объект будет готов к открытию. Стадион «Локомотив» реконструируют по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Из областного бюджета выделено более 42 миллионов рублей. Новый стадион будет настоящим подарком для жителей Унечи, любителей физкультуры и спорта разного возраста. А как же, любая мать хочет, чтобы ребенок вел здоровый образ жизни. Надеюсь, она будет ходить на этот стадион и заниматься спортом. Унечи будет первым в области райцентром, где действуют два футбольных поля с современным искусственным покрытием. Футболу здесь всегда особое внимание. Главе региона рассказали, что самая сильная футбольная команда под названием «Локомотив» была в свое время в Унечи. Сейчас важно возродить эти традиции. Это что, футболисты, да? Да. Одежда? За мужскую команду? Да. То есть вас выпускают, да? Да, уже подтягиваем. А вы тренер? Капитан. Ну и тренер, да? Нет? Капитан команды. Капитан команды. А сколько вам лет? 16. 16? У вас большое будущее. Всего хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Стараемся все сделать. Унечский завод тугоплавких металлов – предприятие, которое посетил губернатор Александр Богомаз. Первые цеха уникального для нашей страны производства были открыты 10 лет назад. Начинали с выпуска карбидов вольфрама. Продукция востребована в России, ближнем и дальнем зарубежье. Все это направлено в первую очередь для машиностроения. Во вторую очередь для легирования стали в металлургии. То есть основной наш конкурент – это Китай. 80% продукции из вольфрама для машиностроения – как вот эти вот резцы поставляются из Китая. Наша цель – сделать замещение. Так это резцы чьи? Это резцы российские, советские еще, которые выпускались на московском заводе. Они у нас сохранены технологии с картами. Ну а вы делаете их? У нас куплена площадка, вместо завода где планируется разместить вот такое производство. В 2015 году открылся новый цех – производство ферровольфрама. Работать на это предприятие в Унечу приезжают специалисты даже из Красноярска, выпускники брянских вузов. Создание рабочих мест – вопрос, которому особое внимание уделил глава региона. Сколько работает всего? Здесь у нас сегодня 128 человек. 128 человек, и из них технический персонал, ИТР только 32. А сколько выпуск продукции? В год мы выпускаем примерно 600 тысяч тонн. Не, в деньгах. В деньгах. Это примерно в прошлом году было 660 миллионов. При этом работают на предприятии в основном местные жители. Зарплата более 40 тысяч рублей. Конечно, за один месяц это все не понять. То есть нужно почитать очень много литературы. Естественно, как понять и руками потрогать и тому подобное. И пройти, как говорится, все этапы. Ну а кто здесь работает в основном? Унические люди? Или... Да, в основном местные жители. Компания будет расширять производство. Куплена новая площадка для строительства цеха. Сейчас идет речь о формировании на федеральном уровне программы поддержки тяжелой промышленности и предприятий металлургии. Об этом шла речь на встрече руководителей завода с главой региона. Инвестиции в экономику муниципалитета – большой плюс, в том числе руководству района. Это всегда отмечает во время рабочих поездок губернатор Александр Богомаз. Крепкие предприятия и агрохозяйство – залог стабильного развития экономики региона. Им особое внимание руководство области. С каждым годом передовых производств становится больше. А это достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне жителей. Поступление налогов и развитие социальной инфраструктуры в городах и селах – нашей области. Наталья Будник, Александр Жучков, Виктор Левченков. События Унеча. Смотрите в эфире телеканала «Брянская губерния». Фильм, подготовленный нашими корреспондентами. Чем сегодня живет Унечский район? Как развивается инфраструктура и социальная сфера медицины и образования? О чем говорят местные жители? Комфортно ли им жить в Брянской области? Об этом сегодня на телеканале «Брянская губерния».
Заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко пошел на повышение. Новая должность – заместитель главы Росавиации. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Сергей Тимошенко будет заниматься вопросами модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также в его обязанности войдет и развитие аэропортной инфраструктуры. Повышение Сергея Тимошенко по карьерной лестнице – показатель высокоэффективной работы, проделанной в Брянской области. Он курировал строительную отрасль. Как не ошибиться с выбором профессии и построить карьеру? В чем секрет успеха? Об этом брянские студенты спросили эксперта УНФ Николая Алексеенко. Диалог на равных состоялся 9 сентября в коворкинг-центре по улице Фокина. С самого начала встреча приобрела формат живой беседы, включиться в которую мог любой желающий. Первыми инициативу взяли учащиеся строительного колледжа. Вы начинали свою профессию со строительства и сейчас очень тесно связаны с ней. Как вы поняли, что вы хотите быть строителем и что вы можете посоветовать, ну, как мне, будущему строителю? Как выяснилось, азы строительного дела Николай Алексеенко постиг еще будучи школьником в рамках учебно-производственного комбината. 80-е старшеклассники раз в неделю ходили туда, чтобы освоить какую-либо рабочую профессию. Кто-то получал права, обучался, кто-то работал. Но меня направили маляром-штукатуром. Это уже 9-10 класс, фактически один день в неделю мы работали на стройках. Начиная со школы. А дальше были Московский университет землеустройства, работа на Ульяновском проектно-изыскательском предприятии, научная деятельность, второе и третье высшее образование, успешная карьера в крупной строительной корпорации и политическая деятельность. Николай Алексеенко подчеркнул, что профессия строителя всегда будет востребована. Но чтобы достигнуть определенных высот, нужно быть грамотным и инициативным. Нужно в ближайшие годы удвоить объем жилищного строительства. Удвоить. Кто это будет делать? Как это сделать? За счет индустриализации, новых технологий или еще что-то. Второй важный вопрос, который вам решать, это что мы будем строить. Может быть, надо сейчас строить не то, что мы строим, вот это вот, учитывая опыт пандемии и еще чего-то. Может быть, там уже нужно придумывать площадки для дронов, там, да, там, для беспилотной доставки пиццы. Я не знаю, но надо вот мечтать. Своим будущим коллегам эксперт посоветовал постоянно развиваться и совершенствоваться в профессиональном плане, чтобы не отставать от прогресса. Сейчас стройка переходит на 3D-моделирование, да, там технологии информационного моделирования, проектирования. Мало того, уже недалек тот день, точнее уже он наступил, когда дома будут строить 3D-принтеры, да, вот как сейчас вот это уже есть строят дома, уже в Китае 3D-принтер будет возводиться под ключ. Диалог получился интересным и познавательным. Уже по завершению мероприятия ребята не отпускали эксперта. Вдохновилась и получила мотивацию к работе и к учебе. Сам Николай Алексеенко тоже остался доволен встречей. Надеюсь, какие-то вещи заставят их задуматься и о том будущем, и о своем месте в будущем, о выборе пути, и о том, что нужно ценить время и правильно, осознанно принимать свои решения, не основываясь только на какое-то одно мнение, а постараться углубиться в вопрос и разобраться самим. Тогда это будет им и на всем протяжении жизненного пути помогать. Ольга Макушникова, Павел Подобаев, события, Брянск. Совет Брянской областной думы утвердил повестку очередной сессии. Депутатскому корпусу предстоит рассмотреть более 30 вопросов. Заседание запланировано на 23 сентября. На сессии предполагается привести региональное законодательство в соответствии с федеральным. Для этого в ряд действующих нормативно-правовых актов планируется внести изменения. Также на сессии планируется принять в окончательном виде целый блок подвергнутых корректировке законов. Кроме того, депутаты рассмотрят законодательную инициативу, предусматривающую меры борьбы с возможными махинациями при заготовке гражданами древесины для собственных нужд и ее целевое использование. Брянские территориальные избирательные комиссии получили бюллетени для проведения процедуры голосования на выборах. Со дня на день они поступят на все участки, где будет проходить голосование. Территориальная избирательная комиссия Советского района Брянска получила свою партию избирательных бюллетеней. Их доставили машины спецсвязи. До развоза по участковым комиссиям бюллетени хранятся под замком. Мы раздаем 15 сентября. Сейчас мы должны их посчитать согласно регламенту. Тоже согласно избирателей. На каждом участке есть свое количество избирателей. Мы это формируем и передаем в соответствии с сопровождением полиции.
передаем на участки. На участке передаются средства защиты для того, чтобы обезопасить себя в период эпидемиологической ситуации, коронавирусной инфекции. Передаем канцелярские товары для работы, передаем все необходимое для работы, все закуплено, все в полном объеме. Сейчас в территориальном избиркоме сверяют списки избирателей по каждому участку. По советскому участку у нас будет работать 51 участок, два временных участка, это 107 и 11.30 наш участок. Почти мы охватываем около 100 тысяч жителей по советскому району, которые придут голосовать в эти дни. Участковые комиссии уже начали работу, открыты в будни с 16 часов. Там можно получить любую информацию о кандидатах, взять открепительное удостоверение или подать заявку о голосовании на дому. В 4-й школе нам показали, как будет обустроено место для процедуры голосования. А здесь во время выборов работает участок номер 105. Маршрут для избирателей обозначен стрелками. Голосование будет проводиться здесь, на первом этаже, в нашем левом крыле. Вот у нас есть рамка, она будет установлена для безопасности голосующих. Также у нас ведется видеонаблюдение школьное, которое выводится, и здесь будет охранник смотреть за безопасностью. Антисептики, маски для забывчивых. С нескольких сторон установлены камеры наблюдения. Мы обустроим так, чтобы места хватило всем, и избирателям, и наблюдателям, и СМИ, и, собственно говоря, голосующим, чтобы им было удобно. Здесь будут установлены столы со всем соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Здесь у нас будут установлены кабины для голосования. Дальше у нас будет установлено под камерами обязательно сейф с документами. И, конечно же, самое главное, это наша урна для голосования. Будет видно, кто подходит, что туда кладут, как оттуда достают. Все будет абсолютно прозрачно. Вот 3 дня длится голосование. Как вот на ночь будет закрываться все? Тоже как будет обеспечена безопасность? Ну, нашу безопасность участка обеспечивает, во-первых, полиция, которая здесь круглосуточно дежурит. И, конечно же, ну, территория школы также охраняется ЧОПом и ночной сторож. Но основное, конечно, это полиция, которая устанавливает круглосуточный контроль. Урна, получается, она как-то закрыта или ну, вот на ночь закрывается? На ночь, конечно же, да. Все по закону о выборах соблюдается. Никому доступа к ней не будет предоставлено. Все опечатывается, все в строгом соответствии с законом. Вплоть до 2 часов дня 19 сентября участковые комиссии принимают заявки от граждан, желающих проголосовать на дому. Мы и не входим в квартиру, все производится немножко иначе, как чем было раньше. Мы передаем бланк заявления, и затем они опускают в переносную урну. Выборы будут проходить со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на всех избирательных участках. Там уже выданы перчатки, маски, средства защиты для членов избирательных комиссий. Это халаты, которые будут надеты на них, и экраны, которые будут защищать членов избирательных комиссий. В день, когда начнется голосование, уроков в школах не будет. 17 сентября для учеников пройдет в формате самообразования дистанционно. Александра Седачева, Алексей Рязанцев. События, Брянск. В региональной школе волонтера-добровольца прошли обучающие курсы для ребят, которые будут помогать в дни голосования 17, 18 и 19 сентября на избирательных участках. На этот раз слушателям рассказали о правилах работы с маломобильной категорией граждан и с людьми, у которых ограниченные возможности. В качестве гостей на мероприятие были приглашены представители регионального отделения Всероссийского общества глухих, слепых и инвалидов, которые поделились с ребятами некоторыми нюансами общения, поведения и правилами безопасности. На сайте областной избирательной комиссии размещена карта, на которой обозначены участки, рекомендованные для голосования избирателями с ограниченными возможностями. Только в Брянске на таких участках помогать инвалидам будут около 200 волонтеров. Ребята с этой категорией людей, как правило, сталкиваются первый раз. Поэтому самое сложное – это установить контакт, общение, начать разговор. Бывает даже сложно представиться, потому что каждый избиратель, он требует уникального индивидуального подхода. И мы, конечно, очень благодарны нашим волонтерам за их ответственную позицию, заботу о наших избирателях. В
Брянск снова оказался в ленте новостей крупных российских каналов. На этот раз православный телеканал «Союз» рассказал об уникальном выставочном проекте известного греческого фотохудожника Костаса Осимиса «На страже земли русской, Кремли и крепости России», который открылся в нашем городе. В Брянске открылась выставка греческого фотохудожника Костаса Осимиса. В праздник Свенской иконы Божьей Матери в художественном музее начала работу экспозиция, посвященная 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского и году истории Россия-Греция. Фото Костаса Осимиса видела вся Европа. А вот Кремли и крепости России брянцам посчастливилось увидеть первыми. 70 работ, созданных во время творческих поездок на протяжении около 5 лет, фотохудожник представил в художественном музее. Показать Европе русскую историю в планах у Костаса, о чем он и сказал в эфире «Союза». Это наша история, и мы должны ее держать, и поднимать, и показывать. У нас есть корни глубже, чем у европейцев. Мы не должны молчать. Хотя бы каким-то образом, чем-то показывать, что мы здесь и у нас есть история. Все места, которые здесь запечатлены, это определенные места силы. Это то, что притягивает, это магниты, которые ты просто вот душой стремишься. Вот смотришь на картину, хочется вмиг туда оказаться, на этом же месте, побывать, посмотреть эти красоты. Очень красиво. За неделю работы выставки ее посетили уже более 1200 человек. Выставка будет работать по 20 сентября 2021 года. Вход свободный. Екатерина Пенько, Александра Савельева. События. Закрытный ремонт. Между Брянским районом и сельцо началось долгожданное восстановление деревянного моста. Стратегический для двух муниципалитетов объект планируют сдать к концу сентября. Подробности у Светланы Дробковой. Переправу в сельцо закрыли из соображений безопасности весной этого года. Эксперты обследовали мост и обнаружили его в аварийном состоянии. Повреждения, несовместимые с эксплуатацией, сооружению причинил неосторожный водитель. Зимой этого года украинский дальнобойщик решил срезать дорогу через сельцо, проигнорировал все предупреждающие знаки и решил перемахнуть через деревянный мост. В итоге конструкция, рассчитанная всего на 5 тонн, под 40 тоннами фуры, груженной металлоконструкциями, не выдержала и сломалась. Финансирование по распоряжению губернатора Александра Богомаза на себя взяла региональная казна. В апреле сделали проектно-сметную документацию, наняли подрядчика. Но на рынке строительных материалов возник кризис. Цены на металлоконструкции и пиломатериалы выросли в разы. Нашли мы выход из положения, люди откликнулись, нашли мы лес. И вот, как видите, сейчас уже 3 пролета моста сделается. И думаю, что за 2-3 недели мы мост дадим жителям города Сельцо, так как это действительно важный стратегический объект. Пользоваться мостом будут и пешеходы, и водители. Тоннаж, как и прежде, до 5 тонн. Правда, недолго. Уже через пару лет выше по течению, буквально в 200 метрах отсюда, начнется возведение нового железобетонного моста. Уже ПСД сделано, заплатили 5 миллионов рублей правительство Брянской области. Значит, уже есть подрядчик Калининград, то есть решение по железобетонному мосту будет тоже выполнено. Объект очень будет серьезный. Это проходить будет мост шириной около 15 метров, будет проходить через дамбу. Высота подъема моста 5 метров. То есть это уже большое сооружение федерального значения. Грандиозная по меркам сельцо стройка запланирована на 2023-2024 годы. Что касается деревянного моста, то подрядчик обязуется сдать его уже к концу сентября. Светлана Дробкова, Игорь Винничук. События. Сельцо. 8 сентября представители управления Росгвардии по Брянской области приехали к родителям погибшего кавалера ордена мужества Василия Леонова. Рядовой погиб от вражеской снайперской пули 8 сентября 1999 года во время проведения спецоперации. В этот же день мать павшего бойца отмечает день рождения. Бойцы поздравили ее с 70-летием. Александра Дмитриевна поблагодарила за поздравление, отметила, что на протяжении уже многих лет росгвардейцы никогда о них не забывают. За управлением Росгвардии по Брянской области закреплено 26 семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Росгвардейцы постоянно посещают их, оказывают помощь и помогают в решении социальных вопросов.
Нашему земляку, заслуженному тренеру СССР по велоспорту Александру Кузнецову, исполняется 80, более 30 лет. Он возглавлял сборные сначала СССР, потом СНГ и России. У воспитанников Александра Кузнецова 11 олимпийских медалей и 50 мировых соревнований. Воспитывался будущий выдающийся тренер в тяжелое время в многодетной семье. Спортом, который стал делом жизни, Александр Кузнецов увлекся в школьном велопутешествии до Москвы. Потом окончил институт физкультуры имени Лесгофта. Там организовал велошколу, возглавлял кафедру велоспорта. Автор научных и методических работ, заслуженный тренер, награжден орденами дружбы, Красного Знамени, знаком почета. Александр Кузнецов не теряет связь с малой родиной. Каждый год к нему приезжают ученики и педагоги родной Дубровской школы номер один. Мы сердечно поздравляем вас, уважаемый, дорогой Александр Анатольевич, с таким красивым юбилеем. Желаем много-много светлых дней и добрых дел в вашей жизни. Много новых побед вам и вашим воспитанникам. С юбилеем! Смотрите в эфире телеканала «Брянская губерния». Фильм, подготовленный нашими корреспондентами. Чем сегодня живет Унеческий район? Как развивается инфраструктура и социальная сфера, медицина и образование? О чем говорят местные жители? Комфортно ли им жить в Брянской области? Об этом сегодня на телеканале «Брянская губерния». Это все новости к этому часу. Всего самого доброго и до встречи в эфире.